приехала из Молдавии. Врач-неонатолог, работаю в северном городе Бельце. Тематика, которая затронута в плане неонатологии, меня очень интересует. И еще интересует общение с зарубежными коллегами, поделиться своим опытом с вашими врачами и, естественно, получить что-то новое для себя. Григорян Гайк, приехал из Армении, по специальности анестезиолог-реаниматолог. Программа интересная, много интересных, значит, докладов. Ну и от конгресса ждем и знакомства, и новой информации. В частности, интересовали мастер-классы по регионарной анестезиологии, чтобы потом внедрить и дальше использовать в нашей практике. Здравствуйте, меня зовут Ирина Розет. Я приехала из Сиэтла. Я работаю в университете штата Вашингтон. Я считаю, что это удивительный конгресс. Это прекрасное совершенно начинание, и я очень польщена, что я тут. Я должна сказать, что обучение не только резидентов и молодых врачей, но наше постоянное самообучение очень важно в медицине вообще, особенно в анестезиологии, которая развивается такими бурными темпами. И обмен мнением между людьми, которые получили такую вот уникальную возможность встретиться в Одессе, чрезвычайно важен. Меня зовут Давид, я студент 5 курса медицинского факультета номер 1 Одесского национального медицинского университета. Здесь международный конгресс, здесь люди практически со всех уголков мира делятся опытом, делятся знаниями, и это невероятно важно. Нельзя считать, что ты достиг уже вершины. Человек всегда несовершенен, и в своих знаниях тоже. И всегда, общаясь с коллегами, будешь узнавать новые вещи, новые нюансы, новые моменты, те, которые не найдешь в книгах даже, в статьях, те, которые можно заработать своим опытом, но это будет очень сложно. А именно такие конгрессы дают возможность живого общения, дают возможность получить информацию с первых уст, ну и стать не только богаче, но и полезнее людям. Смысл-то, суть-то медицины в этом и заключается. It's a very nice meeting with a lot of people, a lot of anesthesiologists, and the different thematic in this meeting are very close to the clinical practice, and this is very good to improve our practice with such meetings. So it is very nice. I'm very proud to be here with you in order to share my experience about anesthesiology and intensive care patients. Собраны анестезиологи, реаниматологи и ведущие специалисты самых разных направлений нашей современной медицины. Разнообразие докладов, современность представленных взглядов, комбинация хирургической технологии и роли места анестезиологов, современных реаниматологов в решении самых сложных задач является сегодня очень важным образовательным событием для всех, кто работает в современной медицине.
сегодня я попытаюсь рассказать для уважаемых врачей то, с какими рисками, именно юридическими, а именно уголовными, сталкивается каждый врач, когда пытается помочь своему пациенту. Большое количество спикеров к нам приехало из практически более 10 европейских стран, Соединенных Штатов Америки. Кроме того, наши отечественные лекторы, это руководители всех медицинских университетов нашей страны, начиная с Запада и до Востока, плюс Киев, тоже все выступают во всех залах. Сейчас идет работа сразу в 4 залах. В большом зале, который вмещает более 400 человек, в различных других залах, где идут специальные уже секции. Отдельный зал посвящен работе детских анестезиологов и неонатологов. Начинают работу мастер-классы. И продолжает второй день работы Комитет европейского образования. Поэтому вот для нас очень приятно, что одномоментно сегодня работают вместе с нами порядка 700 слушателей, которые по различным интересам распределились в различных залах и получают удовольствие от работы с теми лекторами, которые к нам ехали.